Хеншель 132, артикул 92-153, новинка от RS Models. Такой довольно известный самолет. Даны детали как немецкого варианта, так и на образцы, которые попали, соответственно, в США и в СССР для изучения этого аппарата. Самолета. Да, вот мы видим пакет с двумя литниками пластиковыми, прозрачными деталями остекления, детали, инструкции. Остекление очень прозрачное, вот, немножко болтается. Крылышки. Немножко пошкурить. Придет чуть-чуть тоненькой шкурочкой. Вот так вот на ощупь все хорошо, но какие-то микрозадирчики присутствуют. Ну и вот основной литник. Видим, набор универсальный. Присутствует два варианта двигателя. Один вариант, второй вариант. Соответственно, в зависимости от этого варианта, от кого какой вы используете, вы получаете либо модификацию А, либо модификацию Б. Да, немножко иначе выглядит, но я думаю, что внутри все абсолютно одинаково. Сама инструкция по сборке. То есть, кроме вот этого, ну, вы используете интересующий вариант двигателя, ну и, соответственно, у вас будет другая коробка. Все остальное, скорее всего, абсолютно идентично в этих двух вариантах этого самолета.